скажем так, ну, изначально засчитывать, а вот дальше пусть тренеры думают уже. Передача в центр. Прострел! Ой-ой-ой! Вот это красота! Егор Сучков! Как он там в борьбе с защитником поставил клюшку на лед и отправил шайбу в ворота Паскуале. Да вы посмотрите на пас Шмелева. Это пас. Просто удивительное дело. Уже пас. Да, но понимаешь, сложность передачи, она кардинально различается. Вот здесь Шмелев просто выдал что-то невероятное. Я думал, что момент уже заигран вот здесь, когда Данияр выставлял клюшку. Шмелев, вот я думал, что он здесь уже потеряет. Он не потерял, еще и выдал. Нет, Салават просто блистателен. Салават просто блистателен.